стремиться к лучшему, встречать утро с комфортом и быть уверенным в завтрашнем дне. Провести с близкими и любимыми самые счастливые моменты, радоваться жизни и бережно хранить эти мгновения. Ведь семья – это самое дорогое, что у нас есть, и она достойна лучшего. Группа компаний «Solers». Эфир нашего телеканала продолжает программа «Город сегодня». Здравствуйте. С парковками в нашем городе давно наблюдаются трудности. С тех пор, как количество машин начало расти с непредсказуемой скоростью, практически каждый автомобилист сталкивается с проблемой. Где поставить машину, чтобы сходить в магазин, поликлинику, банк, офис, куда угодно? Как и большинство городов, Актюбе не планировался для такого количества машин, которое сейчас имеется. А некоторые улицы, где находятся торговые центры и многочисленные организации, вообще не предназначены для стоянки. В последние дни актюбинцы шокированы огромным количеством знаков, запрещающих парковку. Так они появились по всей улице 101-й стрелковой бригады, где прежде машины стояли по обе стороны движения и существенно затрудняли проезд. Как отмечают водители в социальных сетях, здесь еще и ограждение бульвара убрали. Теперь жди выскочившего пешехода в любом месте. Некоторые недоумевают, зачем ставить знаки там, где их все равно игнорируют. Например, в районе Центрального рынка и рынка Шигыс машины как стояли, так и стоят. Водители, по-видимому, штрафов не боятся. Мало того, актюбинцы все чаще публикуют фото нарушений со стороны самих патрульных, которые тоже ставят свои машины под запрещающими знаками или мешают проезду транспорта. От полиции еще строже требуют соблюдения правил. Причем эти видео и фото сразу отправляются на блок антикоррупционного департамента. Видимо, виновниками своих проблем наши водители считают в первую очередь полицейских. Однако стражи порядка с этим не согласны. Есть закон, есть СНИПы, утверждают в службе безопасности ДВД, и их надо выполнять. А парковочные места – дело владельцев зданий и чиновников, которые дают им разрешение на строительство. Для упорядочения движения вот в район Центрального городского рынка, Абу-Хайрхана, улица 101-й стрелковой бригады и проспект Абая, улица Моресева, нами было обследовано и принято решение установить дорожные знаки, запрещающие парковку. Наша задача – это безопасность на дорогах. Есть это нормативные документы обеспечения парковочными местами. Вот какой-то торговый дом строит, например, торговый дом Астана или торговый дом Арай, будем говорить так, он должен столько-то мест обеспечить согласно с ним. На своей территории, не на территории города, а на своей территории. И еще одна важная тема для безопасности движения – это поведение пешеходов на проезжей части. Конечно, осторожность нужна всегда, но зимой из-за сугробов на обочине люди часто идут по дороге или выскакивают резко перед машиной, создавая угрозу и себе, и тем, кто внутри автомобиля. Вот такое обращение, вернее, крик души разместил на странице водителей Актюбе Асылмурат Бижанов. Я сам, как водитель со стажем, обращаюсь ко всем пешеходам, да и вообще ко всем. Люди, сейчас такая погода, что водитель не всегда сможет и на 30 км в час успеть оттормозиться, если вы выскочите прямо перед автомобилем. Потому что сейчас дорога диктует свои правила, а не водитель. Так что огромная просьба, не прыгайте вы под колеса, а посмотрите сначала по сторонам и прикиньте тормозной путь автомобиля. Спасибо, что кто-то это прочитал. На нормальной дороге я всегда пропускаю пешеходов, но сейчас это иногда очень сложно. Добавим, что задачей обеспечения безопасности объясняется ликвидация пешеходных переходов в центре Актюбе. Сегодня дорожная полиция закрывает еще один переход на проспекте Абулхайрхана возле магазина «Анвар». Подробнее расскажут наши коллеги в программе «Факт». Будьте аккуратны на дорогах. Желаем вам крепкого здоровья. Наш генеральный партнер – группа компаний «Solers». Хорошего вам настроения и всех благ. We'll be right back.
стремиться к лучшему, встречать утро с комфортом и быть уверенным в завтрашнем дне. Провести с близкими и любимыми самые счастливые моменты. Радоваться жизни и бережно хранить эти мгновения. Ведь семья – это самое дорогое, что у нас есть. И она достойна лучшего. Группа компаний «Solers».